Так, приглаша. А, ты играешь уже, да? Сейчас. А какого рода звуки были? Не знаю, какие-то, как будто. Может, из окна какие-то, типа мотоциклов что-то? Нет? А, может быть. Такой, типа, как будто мотороллер или что-то такое. Ну, такое там, может быть. Скажи, когда ты играешь. Я все, я вышел, готов. А тут можно так это, прям Но выходить? я в таком был. А, бой на смерть? Да, я в война смерти был. Я же просто поставил наконец-то компьютер, так что. Ты переехал опять, что ли? Ну да. Ну, это когда ж мы играли в последний раз, я переехал. Точно. Запамятовал. Да, в более просторную квартирку. Ты чё, в прошлое уже не помещаешься? Так. Помещаюсь. Ладно, пойдем пока тогда в... Быстро. Короче, нет, в серьезную, потому что... Потому что... вот Тайль сказал, часа через пол придет. Ну, как Или раз да. можно быстро. Может быть, он раньше придет. Хотя, когда Тайрис раньше приходил. Я не против любого. Окей, ладно, давайте пока с быстрыми. У меня уже Патчпорту не Думаешь, среднего найти? возраста. Я уже вышел из среднего возраста. Заходи, будешь это, будешь с нами разделять боль. Где бы они ни были, я их найду. Нет, на Твиче не будет сегодня трансляция. У меня отдых от Твича очередной. Быстрая установка, Спайк. Я убью каждую Рейну за то, что она сделала с вами. Ой, я уже забыл, как здесь играть-то. Да, привет, Дмитрий. А, тут же рандомное оружие, точно. Точно. Ух, какой пифтолет. Отлетел моментально. Остался один враг. Света шумова. А мог бы в колду играть. Граната. Света шумова. Наши перцы затащили. По-моему, я один умер. Вот пусть там и стоят. Дюдис. Остался один враг.
Убил императрицу. Че себе. В игре есть шальная императрица. До смены сторон один раунд. Их джет до меня далеко. Я ее уделаю. Да, это зумерская контра. Найс. Все мое. Остался один игрок. Мне не помогло в целом. Сашовский спит. Сашовский, не спи. Смена сторон. Ты чай в кашер. Я иду забирал. Киллджой. Они все на другой точке. Ой, не все. Больше не влетишь. Попал. Я убил эвкашера, который у них на базе стоял. 30 секунд. Остался один враг. Да, давай, давайте. Я сегодня ненадолго. Спайк установлен. Так, они на Б заплантились. Каев. Матч поинт. Покончим с этим. Привет, Винсент. Да, спасибо. Да, я через свою PS5 минусанул. Было весело. Мне понравилось. Хочу еще раз получить тот же самый экспириенс. Блин, когда же я научусь перестреливать людей? Но в целом мне на самом деле на PS5 не то чтобы и нужно было место. Просто врубили возможность, я такой все равно буду покупать, почему бы и нет. Время охоты! У меня и так там было 600 гигов свободно, но как бы покупал на будущее. Остался один враг. Остался один игрок. 30 секунд. Плантит. Спайк установлен.
На последней секунде. Ничего себе. Надо было отжимать. Спорно, конечно. Ну, то есть, он мог не успеть. Там оставалось, не знаю, типа 0,5 секунд. Это тоже. Прячься, беги. Бросай нож. Что за паранойя? Настой. Спайк установлен. Цель замечена. Я сегодня очень плохо. Ну, в принципе, да. Если бы я вот, например, играл в плойке, скажем, в Warzone, я бы там охренел. Играл бы в Warzone, купил бы еще новую колду, и все, место бы кончилось. Решающий раунд. Кстати, может быть, поставить на плойку Warzone. Чисто попробовать поиграть. Потому что PlayStation — это единственная консоль в Warzone, в которой можно кроссплей отключить. И, то есть, чтобы читов не было. На Xbox нельзя кроссплей отключить, только на PlayStation. На смачпоинт. Опять на, блин, поставили. Все. Мы, считай, продули. Можем успеть. Ставлю завесу. И вы думали, что... О, ничего себе. Победа защитников. Скучно. Пошли. Да, на PS5 разрешили ставить SSD только вчера. Вышло обновление. Слот был, все было, но они решали проблему с перегревом. И со стабильностью. И вот наконец. И еще завезли, как оказалось. Я это сразу, когда игру запустил, заметил. Завезли 3D звук. Если играть на телевизоре, ну или как я, через карту захвата. Ладно, пошли в нормальный режим. Трейлиса мы не дождемся. И 3D-звук там вот в конце стрима немножко видно. Слышно, точнее, в играх, как оно такое все объемное. И 3D-звук там прям на плойке прямо очень хороший. Мне на винде такого хорошего не получалось сделать. То есть есть резон играть на PS5. Ну, в игры, которые поддерживают такой объемный звук, потому что я люблю, когда хороший звук. Да, они пиарились при релизе, но этот 3D звук работал только в их фирменных наушниках. И если ты обычные наушники втыкаешь прямо в геймпад. А я когда стримлю, соответственно, у меня звук идет через карту захвата в винду. И поэтому это не работало. Там еще есть специальная штука, если бы у меня был настоящий телевизор, там есть возможность откалибровать его. Он
по позиционированию твоего геймпада в пространстве. Он понимает, как формировать трехмерный звук. Здесь, понятно, такого нет, потому что у меня нету... ну, звук не выводится, кроме как на наушники. Так что мне это не подходит. Но в целом даже так, без калибровки, звучит неплохо все. Так, что, нас кикнуло? А. Матч найден. Я чувствую, что мы успеем сыграть типа там 2-3 матча всего. Да что-то и как-то другими оперативниками бы попользоваться. А я что-то как это залип на этой сове. Сёва. У тебя с интернетом. Купи компьютер. Вот эта карта. Кажется, на это ни разу не было. Я, по-моему, был. А, был. Я попробую на А поставить. Я забыл. Так, кто-то топает. Веду разведку. Вижу врага на миде. Враг на А. Вижу врага на миде. Мертв. Ланч. Надо мной топают. Вот один враг. Свет потух. От тобой убили. Угу. Ну, че, сидим, пердим. Смерть, это не для меня. Покажи нам врагов, сова.
Так, и я взял спайк, да, я взял. Попробуем повторить. Можем повторить. Пора прыгать. Веду разведку. Попал. Вижу врага на А. Прикончила. Остался один игрок. Блин, а как они? Дроди вон. Буду лезать рассмотреть течки Nordic Anniversary Showcase. Завтра вряд ли. Завтра вечером мы в колду пойдем. Будешь завтра колду бед смотреть, Сашовский? Приходи. Это бесплатно? Да, это бесплатно. Завтра, по-моему, с 8 вечера по Москве. Пусть пожертвуют их мне. Значит, можно. Перезаряжаю. Здесь. Да, они крутые. Интересно. Можно, если гости не придут, а то я... Позвал опять. Ну, ну на Василия. Эти дела. Ох, ни хрена себе. Это Александр. Спайк на П. Сюрприз. Я справлюсь. Отвратительно. Мне нужны только их жизни. Сейчас я покажу, как надо. Наш агент со Спайк мертв. Спайк на Б. Можно ли с нами? Нет, к сожалению. К сожалению, нет. Мы это... У нас своя теплая маленькая компашка. Приманка. У нас тут свои друзья. О, ничего себе, как он так. Извините, если я убью всех врагов. Никак не научусь делиться. СВЧ печка. Иду по следу. Наш агент со Спайк мертв. Спайк на Б. Остался один игрок. Отвратительно. Приманка. Портал закрылся. Этот чувак умеет играть. Вот да. Он явно что-то понимает.
Умри. Режу измерение. Ставь уже. Я справлюсь. Пространственный дрифт. И снова я. Следующий. Сказал заведующий. Портал закрылся. Остался один враг. Минус три. Во жесть, он валит. Хрена себе. Вот этот мужчина. Пусть нервы будут натянуты, как тетива. Иначе не выжить. Жесть. Скоро мы так сможем. Вдох. Угу. И продолжим в это играть. Скоро буду. Есть. Перезаряжаю. Спайк на Б. Остался один враг. Сушевский так ржет. Слепые глупцы. Это дискотека. Перезаряжаю. Хотите по-взрослому? Не вопрос. Это была ловушка. Вижу врага на Б. Наша гитара. Спайк на Б. Остался один игрок. Приманка. Убил. Эх. Любое преимущество не, не затащил. Не расслабляйтесь. Не смог. Как мне Valorant? Но это что-то новенькое для меня, поэтому мне интересно. Если бы я не знаю, там играл бы в контру в какую-нибудь, я бы, наверное, от этого плевался. Я бы сюда вообще не пошел. Собрались. Забавно. На некоторых окнах остаются следы от пуль, на некоторых нет. И причем следы остаются не на стекле, а за стеклом. Твою мать. Остался один враг. Нет, я застал контру, но это было очень давно. То есть последний раз я в какой-нибудь Counter-Strike играл. Не знаю, лет 15 назад. Ну, осознанно играл, имеется в виду. Торс там в 1.6. Ой. Пространственная материя здесь слабая. Я пройду. Купите это мне. Тут пушка. Спасибо. Вот здесь.
Как? Спайк на А. Я ей в голову целился. Следующий. Ограничу обзор. Иду по следу. Ослеплю их. Я вернусь. Тридцать секунд. Остался один игрок. Остался один игрок. Портал закрылся. Приманка. Это он такой, это... Он... Извините, если... Мне напоминает чувака, который в меме какой-то там каратист, машет руками, подходит. А, нет, это было, господи, из Индиана Джонс. А, где шашкой махало потом. Да, махал, он достал пистолет, его застрелил. Вот примерно так же, такая же сцена. Машет там своими пассы какие-то руками делает, хоть чувак из-за угла его в голову кладет. Да, давай, Саш. Я туда не пойду, я обычно умираю. Сканирую местность. Нашел. Ты труп. Блин, я думал, он свалил. Ты не убьешь моих союзников. Перезаряжаю. Я справлюсь. Спайк на А. Остался один игрок. Ох. Там все были. Угу. Приготовьтесь. Сегодня мы снова идем в бой. Интересная канализация, конечно. Вперед! Ослеплю их. Враг на Б. Исцеляю. Готовченко. Враг на Б. Он сказал Готовченко. Я сказал, просто хотела. Угу. Тебе конец. Остался один враг. Минус три. Пипец, он наделывает вообще, чувак. Минус три сделал. Портал закрылся. Приманка. Нет заряда. Пора прыгать. Они плохо старались. Последний раунд перед сменой сторон. Накопленное не сохранится. Нужно все потратить. Нужно все потратить. Вот здесь. Вот здесь.
Вот он, кстати, всегда тут с дробовиком ждет. Вот этот чувак. Режу измерение. Или чувиха. Сканирую местность. Отвали. Здесь. Допусти меня. Остался один враг. Идеально. Смена сторон. Дел по горло. Топ-топ-топ. Пипец, я каким-то чудом его перестрелял. Они все найдут? Они все набор. Остался один игрок. Да, лук и стрелы это старомодно, зато надежно. Купите мне это. Я справлюсь. Спайк на Б. Перезаряжаю. Перезаряжу. Победила. Никогда не проявлять слабость. Ничего себе, я минус 4 сделал. Неплохо. Ага. Они просто в линию выстроились. А что этот колобок вообще делает? Понятно. Портал закрылся. Приманка. Спайк установлен. Остался один. Ничего себе, он сразу в голову дает, этот чувак. Пора прыгать. Так это ж просто. Надо только в нее целиться. А, да? Первая пуля летит всегда ровно в прицел. А зачем они делятся на поднимание? На обезвреживание, в смысле? Каждый по половинке. Это какой-то местный кодекс? Не знаю. Ну, кто? Кто может вот пояснить? Что не знаю.
Я не первый раз такое вижу. Может, очков просто больше дают? Следующий. Веду разведку. Нашел. Спайк на Б. Спайк на Б. Вижу врага на миде. Остался один враг. Перезаряжаю. Ограничу обзор. Право. Спокойно. Же измерение. Герой может быть только один. Веду разведку. Сохраняем хладнокровие, да? Хорошо. Блин, не дотянул. Перезаряжаю. Чертила, он меня когда псов спустил. На миде. Я справлюсь. Остался один враг. Спайк на миде. Блин, это имба какая-то, конечно, этот класс. У чувака. Режу измерение. Тридцать секунд. Десять секунд. Нет заряда. Пора прыгать. Как все отбросы собрались в одной команде? Вот. И чего они рыпаются? Кстати, в окошко можешь верхний кидать. Да? Ослеплю их. Сканирую местность. Один АФК был. Ух, ничего себе, вот там это. Стоснули. Не забыл, что он сможет перемещаться тут. Ну что, дрон,
Расправишь крылья? Купите мне это. Спасибо. Ограничу обзор. Веду разведку. Враг на миде. Следующий. Один враг. Матч поинт. Поможем им обрести вечный покой. Матч поинт. Ограничу обзор. Веду разведку. Хреново. Время охоты! О-о-о! Ни хрена себе, что это у него за... Спайк на Б. А ты не убьешь моих союзников! Двойник мертв. Один игрок. Это он зря. Остался один игрок. Вот это пулемет, конечно. С этими все. Кто там дальше? Вот это, конечно, да. Как этот герой у него назывался? Йору. Прикольные скиллы мне понравились. Это вполне себе. Я пока еще свой просто не тратил билет. Найден. На покупку героя. Все смотрю, как остальные играют. Мне понравилось, как этот чувак играет. Он прям магиот. Миш, выберешь кого-то? Да-да. Да я только этим играю пока. Привыкаю к оружию. Я больше к оружию привыкаю. Матч найден.
Ну, я тут точно не знаю. Чувак с ником Вайпер выбрал себе персонажа Вайпера. А что он делает, когда этого персонажа кто-то занимает? Наливает. А героев тут, кстати, получается не так уж и много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 2, 16 героев. Ну, блин. Они их выпускают хотя бы. Ну, в смысле, можно как бы, скажем так, в обозримом будущем можно познакомиться со всеми. То есть там не десятки, не как какой-нибудь Лиги Легенд там их. Ну, не как в Ходсе. Если ты будешь дольше ждать, скажем так, то... В этот момент будет как в Лиге и в Котсе. Но они довольно быстро, то есть за Бримстоун. Два года. Победим, пропустим пару стаканчиков за старые времена. Мы арашим. Даю дым. Ой. Остался один враг. Можем повторить. Где-то я это слышал. Угу. Враг на А! Враг на А! Огонь! Сова устранен. Враг убит. Остался один враг. Норм. Здесь маячок. Накопало. Угу. Давай постановлен. В целом они на нас посмотрели. Так, пора тачку менять. Вот здесь. Нужна помощь. Нет зарядов. Беги, сова. Дым на позиции. Кинул маячок. Ё-моё. Спайк на Б.
Б. Байк установлен. Остался один игрок. О, нет. Борис, неудобно. Опять был вин. С переменным успехом, я бы так сказал. Эйс, чувак, получил. Знай, Бримстоун, если с тобой что-то случится, я приму командование. Вот здесь. Закупаюсь. Привет, Антон. Ой. Ты там со своим рингфитом. А мы в ресторан сходили. Такой в японский, в All You Can Eat, где ты можешь постоянно заказывать еду. Я спайк продолбал. Бывает. Да, вкусно, но там, короче, можно 5 раундов еды заказывать. Но на третьем раунде я уже сломался. Я не могу столько жрать. Здесь маячок. Есть дым. Здесь маячок. Как по маслу. Перезаряжу. Ставьте уже. 30 секунд. Остался один игрок. Спайк. Ой. Газ рассеивается. Мало токсина. Подними спайк и поставь тут. Чё ты как этот? Понятно. Вайпер не смог на вайпере. Ну. Зазеваетесь, умрете. Выдохните после боя. Да-да, надо больше тренироваться, больше жрать. Сэкономлю. И закупаюсь. Вот здесь. Нет снеговикам. Доступно. Уходим в отрыв. Экономим. Сканирую местность. Прямо в цель. Чувак там разошелся. Наш агент со Спайк мертв. Спайк на базе нападающих. Враг на базе нападающих. Остался один игрок. А как так-то? Ну, это убивает с одного выстрела. Закупаюсь. Перезаряжу. Ох, патч-порту ты. Ох, патч-порту. Нужна помощь. Нужна помощь. Дым на позиции. Ого. Веду разведку. Вижу врага на Б. Вон они. Вижу врага на А. Нет зарядов. Ах.
дороге! Остался один враг. Спайк установлен. Да, киберкотлеты. Да кто в такое позднее время играет? Только киберкотлеты и я. Темпу либо как радуга. По некоторым ощущениям, да. Вижу врага на миде. Но скорее это просто тактические ощущения, потому что ты должен спланировать все дерьмо. А в целом оно больше, ну, понятно, Counter-Strike, который я почти не играл. Но все говорят Counter-Strike. Остановил спайк. Остался один игрок. Как так-то? Остался один враг. Минус три. Найс вообще. Здесь маячок. Что маячок делает? Ускоряет и не помню точно, что еще. Охренительно. Скрыть стрельбу и что-то еще. Моя сила неиссякаема. Просите о помощи и получите ее. Кому что купить? Выследим их. Здесь. Бежать некуда. Веду разведку. О, стоп, мы же, блин, потеряли этот. Тридцать секунд. Спайк у меня. О. Понятно. Зря зажал. Окей.
Действуем по плану, вот здесь. И победа за нами. Нужна помощь. Нужна помощь. Нужна помощь. Давай в другую сторону пойдем, Миш. Угу. Вот здесь. Пока. Перезаряжаю. Понятно. Спайк на Б. Стена готова. Спайк у меня. Один игрок. Пятники там. Ладно. Да кого я обманываю? Мои колени это вряд ли переживут. Мои колени это вряд ли переживут. Сэкономлю. Вот здесь. Вот как он так? Блин, очень страдаю от того, что в игре нет киллкама. Чтобы понимать, как тебя убивают. Да, давай будем приятного заплыва. Спайк на Б. Тренируйся усерднее. Остался один игрок. Ну все, нам конец. Миленькое местечко, но не настолько, чтобы здесь умереть. Побеждаем и убираемся отсюда. Собрались. Сканирую местность. Вон они. Смерть с небес. Не мешай. Я охотник. Не рыпайся. Ставь уже. Здесь маячок. Огонь. Уложил. Установил спайк. Перезаряжу. Остался один враг. Противников не осталось. Окей.
До смены сторон один раунд. Если что накопили, тратьте. Деньги есть, кому что купить. Готов. Враг на Б. Быстрее надо. Охренительно. Надеюсь, этого никто не видел, позора. Не мешайся. Как насчет того, чтобы маятёр поставить? Гулять пошел. Секунд. Установил спайк. Когда будешь смотреть в записи, почему-то обязательно дизлайк поставь. Или лайк, я не знаю. А, уже молодец. Наша сила в единстве. Не забывайте. Перезаряжу. Спайк на миде. Спайк вот здесь лежит. Остался один враг. Скажу это, но лучше играть в команде. Ну и какой у нас план? Если Сашовский. Перезаряжаю. Один в комнате, один в комнате еще.
какой комнате? Справа. Там, где дверь. А, окей, я понял. Есть. Это было... Остался один враг. Это тяжело. Может, он на базе чилит? Вроде убили всех на базе. Окей. Друзья, помните, что я всегда рядом. В целом неплохо. Зачем я перезаряжался? Ничего себе, терапирок. Сейчас-то уже, да. Ну, заходи, можем один матч хотя бы сыграть, если хочешь. Валялся с кошкой, он и уснул. Опасную игру затеял терапирок. С кошками. Один враг. О, это было что-то важное? Перезаряжаю. Держитесь у маячка, мы их всех перебьем. Получился горшок. Приходи завтра, пирог, в колду играть. Вангард, бету. Вот здесь. Остался один враг. Здесь маячок. Перезаряжу. Вот здесь. Возвращайся в грязь. Веду разведку. Спайк на А. Погнали! Если что-то нужно говорить... Нет зарядов. Все понятно. Здесь. Эс, откуда она знает?
Я крут. Уничтожен. Остался один враг. Не стоило вставать у нас на пути. Что это вообще было? Драка на школьном дворе? Драка на школьном дворе. Господи, кто-нибудь эти реплики писал? Можно посидеть. Смерть с небес! Убила. Даю дым. Враг на базе нападающих. Враг на базе нападающих. Спи спокойно, брат. Уничтожен. Враг. Здесь. Ничего не делаем. Спайк установлен. Это бы, наверное. На Б думаешь? Да, он телепортировался на Б. Блин, с ножом добегался. Найн. Времени не было. Будьте смелыми. Каждый из нас Валоран. Каждый из нас боец. Деньги есть. Кому что купить? Если что-то нужно, говорите. Пошли! Есть ты! Минус один. Здесь маячок. Нет, это тут. Спайк на миде. Так они спайк потеряли. Ой! Я решил голову почесать в этот момент. Блин. А я нос. Вот это промув. Чесать голову. Кстати, тут везде висят знаки. Нельзя снеговиков, а я все-таки нашел на карте снеговика. Что за вандализм? Перезаряжаю. Вон там стоит. Остался один игрок. Клатч. Блин, они сейчас камбэкнут. Ну, вообще-то мы камбэкаем. Я научу их уважать старших. Ну так-то да, но так-то нет. Деньги есть. Кому что купить? Вот он. Вдох и выдох.
Блин. Перезаряжу. На айду. Перезаряжу. Осторожно. Даю дым. Это амиш. Я даже кого-то убил. Осторожно. Угу. Да-да. Иду только через их базу. Нет, не дошел. Там по чепорту надеешься, что раз мы проиграем, я удалю эту игру? Ты так что ли хочешь? Кстати, камеру поправить. Ты так что ли задумал? Спайк установлен. Кинул маячок. Тебя учил. Не мешайте мне. Как насчет разминировать? Только не сейчас. Барьер установлен. Я не успею. Ай-яй-яй. Долго думал. Испортим им день. Угу. Еще один снеговик в очках. Дым на позиции. Сканирую местность. Нашел их. Я охотник. Не сработало. Осторожно. Вот здесь. Враг на А. Здесь. Вижу врага на А. Понял. Спайк на А. Вижу врага. Один убит. Минус один. Остался один враг. Вижу врага. Спайк на А. Ты не убьешь моих союзников. 30 секунд. Остался один враг. По коктейлю протеиновому. Убийство не постоянно. Не расслабляйтесь. Деньги есть. Кому что купить? Нужна пушка. Спасибо. Все вместе! Привет. Ни то, ни другое. Огненный ливень! Твою мать. Хорошо зарабатываем. Достаточно, скажем так. Я впервые попал в огненный ливень. Спасибо за подписку.
О, Сашовский, ты хорош. Трое. Еще в шаги. Бегите. 30 секунд. Остался один игрок. Блин. Ты нет, какая капитан. В описании все написано. Спайк установлен. Огонь! Смерть с небес! Ох, неплохо. Один враг. Так. Если кто-то из вас умрет, я проиграю спор с Бримстоуном. Не опозорьте меня. Бримстоун. Разведку. Здесь. Осторожно. Минус один. Перезаряжу. Поймала. Фраг на Б. Зачем 3090, если можно взять 3080? Когда я покупал 3090, 3080 еще не было. А так-то не надо вообще. Остался один враг. Так-то, конечно, не надо. Он на базе стоит. Ну, не совсем на базе. Вот, да, где-то, куда ты сейчас смотрел, Сашовский. Тридцать секунд. Вот и все. Красавчик. Матч поинт. Ой, гляньте-ка, они в отчаянии. Скажем так, когда я покупал 3090, я был вообще рад, что я хотя бы 3090 купил. Я очень хотел 3080 просто, но даже купил, встал в очередь, ждал 2 месяца, мне так ее не доставили, потом случайно увидел предложение как раз перед Новым годом. Веду разведку. И купил. Вон они. Угу. Враг убит. Огонь! Он, блин, выскочил. Далеком в спину. Далеком. Спайк на Б. Спайк на Б. Вольно, солдат. Ну так купи 3080, и никто тебя за это ругать не будет. Чё ты ко мне прикопался? Остался один враг. А, вон он. Он на Б. Тридцать секунд. Наверху не должен. Вот здесь. Фак е. Yeah. Победа защитников. Снег заметет следы.
Никто не узнает, что мы были здесь. Уже полночь. Да, все, пора закругляться о кольцевых железных дорогах. Че, теперь тут ставка выгорела, что ли? Ты поставил на нас? Точнее, не на нас, но ты понял. Все, мы все, да? Да, все, я уже это... Пора спать. Мне так не нравится, что когда нажимаешь кнопку «Выйти», тебе предлагают выйти из учетной записи и просто выйти. Да-да, и такой же оказывается в «Лиге легенд». Да. Они очень... Какая-то параноидальная. Но это я могу сказать, с чем связано. Это связано с тем, что эта игра делалась под киберкафе. Чтобы люди не забывали логаутиться. Видимо, это был очень частый реквест. Бесплатно уже можно качать ее? А что? Бесплатно уже можно скачать ее? Колду? Да. А, я скачал. Зайди, короче, в этот самый, в Battle.net. А, переключи там на бета-профиль. Над кнопкой играть, скачать. И так далее в Вангарде. И там будет возможность, наверное, а может и нет. А че это у меня Battle.net пароль провалился? Какого это ляду? В разработке бета, да? Ну, я скачаю на всякий случай. Вдруг завтра смогу. Ага. Странно, меня этот разлогинил Battle.net почему-то. Вот почему. Вот многомиллиардная. Сейчас подождите, я включу Display Capture. Многомиллиардная компания. Многомиллиардные вообще инвестиции во все это безобразие. Я купил уже, я уже приказал, предзаказал Call of Duty Vanguard. Открываешь меню. И что написано? Открыт ранний доступ бета-тесту, оформите предзаказ и начните игру. Предзаказ. Ну как так-то? Зачем? Купи еще раз. Ну, что-то... Как так-то? Ну что вы, господи, вы же все про меня знаете. Товарищ Blizzard магазин. У меня уже скачано играть могу, а нет, они мне предлагают ее еще раз продать. Господи, на этой позитивной ноте пора спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи.